Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем видео хочу предложить вам связать вот такой вот красивый жакетик. Конечно же, я не буду делать полностью мастер-класс, но постараюсь все разложить для вас по полочкам. Я уже связала образец, один образец, второй образец. У меня даже есть сумка, которая прошла публикацию в журнале мод, уже не помню какой номер, вместе с пальто «Вдохновение» по идее Светланы Волкодав. Таким же узором и было связано у меня платье, вернее его кокетка, и украшен низ платья. Если найду фото, постараюсь вставить в это видео или оставлю во вкладке в сообществе. Наверное, так даже будет удобнее. Узор вяжется очень-очень просто, но поверьте, он очень красивый. Причем он подойдет как для тоненькой, самой тоненькой пряжи, а также для пряжи потолще. Образец у меня связан пряжей троицкая Алиса. Это 50% шерсти и 50% вискозы. Это полушерсть. Оставлю ссылочку также на источник, где я нашла эту красоту. Я думаю, что этот жакетик можно связать как из полушерсти, так и из хлопковой ниточки. Итак, давайте посмотрим, что же предлагает нам источник, где я нашла этот красивый, очень ажурный и очень простой жакетик. Значит, по источнику нам предлагают пряжу катон 100%, то есть это 100% хлопка, эко-катон. 450 грамм на жакетик размером 36-38. 36-38 – это европейский размер. На российский это где-то будет 44-46. Вот такой жакетик. Давайте обратим внимание на выкройку. Посмотрите. Проще, наверное, выкройки быть просто не может. 1/2 спинки, прямоугольник с вырезом для горловины. Такая же, 1/2 переда с вырезом. Вот такой прямоугольничек видим. И такая же спинка с вырезом немножко поменьше. И рукав это просто прямоугольник. Ну не прелесть ли? Свяжет, мне кажется, ну просто самая начинающая вязальщица. Я знаю, что у меня на канале таких много, которые пришли на канал именно, может быть, научиться вязать не только спицами, но и крючком. Поэтому, мои хорошие, те, кто не умеет вязать крючком, это ваш шанс научиться. Потому что рисунок настолько прост, выкройка настолько проста. И я, конечно же, расскажу о всех тонкостях и нюансах. Вот такие два образца я связала. Моя пряжа – это троицкая Алиса. Вот она, эта пряжа. Троицкая Алиса, полушерсть, здесь 50 грамм вискозы и 50 грамм шерсти. Крючком я вязала 2,25. Почему я связала два образца? Сейчас объясню. Просто посмотрим на схему, постараюсь показать. Посмотрите, источник нам предлагает начать образец вязания с полумотива, ну то есть с половинки вот этого, давайте его назовем лотос, да, ну похож на лотос, три таких лепесточка. Вот здесь предлагается, что нужно вязать с половинки вот этого лотоса. Я не знаю, почему так, я связала так, как предлагает источник. Сейчас покажу вам выкройку.
Ну, в принципе, мы перейдем потом, когда я буду показывать мастер-класс, я там еще раз расскажу об этом. И посмотрите, что у меня получилось, следуя вот просто один в один вот этой выкройке. У меня полотно пошло на расширение. Поэтому я связала другой образец, немножко изменив схему. У меня образец начинается сразу вот с нашего лотоса. То есть не с половинки, а с лотоса. И на мой взгляд, вот этот образец более удачный. Как будете вязать вы, вот следуя так, как предлагает источник, или вот моя небольшая доработка в схеме, это, конечно же, выбирать вам. Но на мой взгляд, вот это полотно более прямое, ровное, да, то есть это, можно сказать, начало, допустим, полочки или спинки. Полочку же мы будем обвязывать. И она должна быть прямоугольной. Поэтому я изменила схему. И вот то, что предлагает источник, она идет как будто на расширение. То есть у меня получилась трапеция. Итак, мои хорошие, давайте приступим вязать эту красоту. Я подготовила для вас схему, именно ту схему, по которой я вязала вот этот образец, который, ну, мне нравится больше. И, конечно же, мы будем вязать именно по этой схеме. Ну, а вы смотрите, вот дана схема, здесь все рассказано, какой раппорт узора, сколько петель. Я не буду возвращаться именно к этой схеме. Ссылку оставлю на источник. Почитайте, посмотрите и сделайте уже выбор. Основные моменты я, конечно же, расскажу. Итак, мои хорошие, вот она такая немножко корявая, но моя схема, которую я смогла нарисовать. И мы будем вязать именно по этой схеме. Ну, скажу честно, мне не нравится то, что предлагает источник, потому что вот эта половинка мотива, вот она, центральная часть, да, я не знаю, она выпирает, как ее потом обвязывать в нашей полочке, да и зачем мне вот такая трапеция. Мне нужна красивая и ровная полочка. Вот такая, как получилось у меня вот в этом образце, который я вязала именно по этой схеме. Давайте приступим вязать эту красоту. Жакетик, на мой взгляд, просто великолепен. Итак, источник предлагает нам для раппорта узора 20 воздушных петель и плюс 2 петли для симметрии. Ну, то есть одна петля подъема и одна петля для симметрии. Это как поняла я. Я наберу на спице приблизительное количество петель, но для вязания жакета набираем количество петель кратное 20 плюс 10. Но это вот в моем случае. Когда вы свяжете образец, вы потом поймете, почему. Ну вот еще одна моя хитрость, с которой я с вами сейчас поделюсь. Я набираю всегда количество петель большее. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Давайте наберем даже вот 35 петель. Я всегда так делаю.
И потом лишние петли я потом отсюда аккуратненько срезаю, если их очень много. И потом тихонечко распускаю и кончик заправляю. Потому что бывает очень много петель. И если вам не хватит, это все начинать заново. Но это делаю так я. Итак, начало узора. Смотрим сюда. Раз, два, три, четыре. То есть набрали нужное вам количество петель. Делаем 4 петли подъема. Раз, два, три, четыре. И получается в восьмую петлю делаем столбик с тремя накидами. Раз, два, три накида на крючок. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот в эту петлю делаем, провязываем столбик с тремя накидами. Раз, два, три. Не до конца довязывая. Еще три накида на крючок. И в эту же точку провязываем такой же недовязанный столбик с тремя накидами. Еще три накида на крючок. И сюда же в эту же точку провязываем сначала недовязанный столбик. Так, стоять. Давай заново. Так. Раз. Два. Три. И теперь все столбики провязываем одной петлей. Провязали. Раз. Два. 3, 4, у меня 5 петель, схема предлагает нам 4 петли. Посмотрите, как у вас будут ложиться столбики. 3 накида на крючок и в эту же точку провязываем то же самое. То есть недовязанный столбик с 3 накидами, 2, 3, сюда же, 1, 2, 3. Раз, два, три. Сюда же. Раз, два, три. И все провязываем одной петлей. И еще нам нужно провязать такой же столбик. Опять раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Сюда же, в эту же точку. Раз, два, три. Еще три накида на крючок. Сюда же. Не смотрите, что у нас большая дырка. Все это будет нормально. Раз, два, три. Сюда же. Раз, два, три. И теперь все провязываем вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Вот они, эти наши петли. И раз, два, три, четыре, пять. В шестую петлю делаем прикреп столбиком без накида. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот она, шестая петля. Провязываем столбик без накида. И считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще восемь столбиков без накида по воздушной цепочке. Раз, два, три, четыре, где-то ремонт идет, пять, шесть, семь, восемь.
провязали. Давайте посмотрим, что у нас получается. Немножко будет стягивать. Все притянется вторым рядом, так что не переживаем. Мы находимся сейчас вот здесь, 5 воздушек, и провязываем такой же лотос. 1, 2, 3, 4, 5 в шестую петлю воздушной цепочки. Сначала делаем 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида на крючок. Первый ряд он сложный, потом пойдет все как по маслу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот почему я набираю всегда больше воздушных петель в самом начальном ряде. Потому что если вы где-то ошибетесь, в полотне это будет не видно. А если вам не хватит петель, вам все придется начинать заново. Мне проще потом эту воздушную цепочку просто убрать и заправить ниточку. Лишние петли убираем и заправляем. Так, провязали. Еще делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида на крючок. И сюда же провязываем столбик с 3 накидами, не довязанный до конца. 3 накида на крючок. Сюда же. 1, 2, 3. До конца не довязываем. 1, 2, 3. Сюда же. 2, 3. Провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 3 накида на крючок. И провязываем еще 3 столбика с 3 накидами с общим основанием и с общей вершиной. И все провязали. Вот остались лишние петли. Потом мы их убираем. Теперь делаю 2 накида на крючок. И вот приблизительно 1, 2, 3. Сколько там у меня? В четвертую, да? Ну, давайте в четвертую делаю столбик с 2 накидами. Это наша кромочная. Так. Сейчас 1, 2. Вот сюда. Это наша кромочная, и в полочке потом эта кромочная будет обвязываться. А это я потом просто уберу. Или распущу, либо отрежу вот так, чтобы поменьше распускать, и потом заправлю. Следующий ряд у нас вот он идет. Ряд столбиков без накида и воздушных петель. То есть перевернули вязание, сделали 1 воздушную петлю, и вот вершинку нашего столбика провязываем столбик без накида. Дальше нужно обвязать эту арочку. Как я это делаю? 1, 2, 3. Вот здесь вот по схеме у нас 1 воздушная петля. Одной петли недостаточно. Я бы даже 3 сделала. В образце я вязала 2. Давайте попробуем 3. 1, 2 столбика без накида под арочку. Вот когда их 3, вот даже 3 буду делать. Вот здесь вот получается как полупико. Видите? Вот они, вот такие красивые треугольнички получаются. Если мы сделаем 1 воздушную петлю, как предлагает источник, у нас вот этого ничего, ажура вот этого не получится. Одна петля, просто ее не будет видно. То есть будет все прямо, не очень красиво. Опять же, это все на любителя. Как нравится вам. Я бы вот даже 3 сделала воздушки. Так, обвязали арочку 1.
Дальше вот вершинку столбика нашего тройного я провязываю столбик без накида и опять же обвязываю арочку следующую. Два столбика без накида. Раз, два. Я делала в образце 2 петли. Давайте попробуем 3. И еще 3 столбика без накида под арочку. В вершинку нашего вот этого тройного столбика еще столбик без накида. И осталась одна арочка. Обвязываем так. Раз, два. Раз, два. 3 и 3 столбика еще без накида под нашу арочку. Вот что у нас получается. Дальше внимание. Провязываем столбики без накида в столбике без накида предыдущего ряда. Один столбик пропуская. Значит, у нас там было 9 столбиков, должно получиться 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. И вот он наш, который столбик мы не провязываем его. И опять у нас идет арочка, которую мы уже знаем, как обвязывать. 2, 3 воздушки. 1, 2, 3, 2 столбика. То есть под арочку у нас всего 5 столбиков получается без накида. Потом идет столбик без накида в вершинку нашего тройного столбика, где мы провязывали. И опять раз, два, раз, два, три, еще 3 столбика, раз, два, три, и в вершинку ищем, провязываем столбик без накида и еще обвязать нашу арочку таким же макаром. Два, раз, два. Три. Как вы там свяжете? 3 сначала провяжете, потом столбика без накида, потом 3 воздушки. Или 3 столбика без накида, 3 воздушки. Это сути не играет. Главное, чтобы у нас вот в этой арочке получились вот такие вот красивые, ну я называю это полупико, вот такие вот треугольнички. Так, обвязали арочку. Вот сюда цепляемся столбиком без накида и поворачиваем наше вязание. Следующий ряд. Вот что у нас уже получилось. Следующий ряд. 1, 2, 3, 4 петли подъема и 3 воздушные петли. Провязываем. То есть 7 воздушек получается. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 2 накида на крючок. И вот сюда, вот в этот столбик над вот этими, над нашим лотосом, провязываем столбик с 2 накидами. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2 накида на крючок. И в следующий столбик, в следующий наш лотос вот сюда провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. Итак, мы находимся сейчас вот здесь. 6 воздушных петель провязываем и 2 столбика с 2 накидами с общей вершиной. Пропустив в основании вот этот столбик, оставим его не провязанным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 2 накида на крючок. Пропускаем вот этот столбик, а вот в этот
провязываем столбик с двумя накидами, не довязанный. Еще два накида на крючок. Раз, два, три петли пропустили. В четвертую провязываем столбик с двумя накидами. И теперь все вместе провязали. Вот видите, три петли пропущены. 6 воздушек и столбик с двумя накидами в наш лотос. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Вот сюда. 1, 2, 3. Так, столбик с двумя накидами. А я 3 сделала. На лотос посмотрела. 1, 2. Вот сюда. 1, 2. Провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. И вот сюда опять столбик с двумя накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 накида на крючок. И вот сюда. 1, 2. Это как крайний наш получился. Мы сейчас провязали вот этот столбик. Не смотрите, что так все, кажется, стягивает. Все будет замечательно, как вот в этом образце. Итак, разворачиваем вязание. Мы сейчас находимся вот здесь. Делаем воздушную петлю. И под наши арочки провязываем по 6 столбиков без накида. И еще один столбик в макушечку нашего столбика с двумя накидами. Делаем петля подъема, 6 столбиков без накида под арочку. 2, 3, 4, 5, 6. Если у вас ниточки тоненькие, смотрите, что вот этих столбиков здесь может быть больше. Смотрите, как лежит полотно. Теперь вот в макушку столбика с двумя накидами предыдущего ряда еще столбик без накида. 1, 2, 3. Следующая арочка пошла. 4, 5, 6. В макушку столбика столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь смотрите маневр, который я здесь делаю. Вот это наша галочка, вот она здесь. Я вот так вот прям под нее, чтобы получилось красиво, делаю столбик. Дальше под арочку просто 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вот все вот эти тонкости и нюансы, они в итоге дают нам красивое полотно. Видите, как красиво, безо всяких дырочек под нашу галочку провязали столбик. Так, в столбик провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, давайте осмотримся, что у нас получается. Мы сейчас находимся вот здесь, то есть у нас здесь были петли подъема и небольшая арочка, поэтому под последнюю арочку, так как она у нас крайняя, там и петли подъема, и сразу арка, мы провязываем 4 столбика без накида. Не 6, а 4, чтобы у нас был ровный край изделия.
Вот. Это как кромочная наша идет. То, о чем я говорила. Чтобы наша полочка в нашем жакетике выглядела ровно и красиво. Так, петля подъема, вот она. Теперь в каждый столбик провязываем, вернее, не в каждый, вот этот пропускаю. Раз, два, там 4 нарисовано, на самом деле 3 петли, 3 столбика без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Мы сейчас находимся вот здесь, 5 воздушных петель. И провязываем наш лотос над вот этими вот, над вот этой нашей галочкой. Вам будет легче понимать схемы, если вы будете смотреть не на один ряд и высчитывать там, а смотреть на весь рисунок и приблизительно понимать, что вам нужно сделать. Итак, раз, два, три, четыре, пять, 3 накида на крючок. 3. И вот сюда, вот в этот наш столбик, провязываем недовязанный до конца столбик с 3 накидами. Еще 3 накида на крючок. Раз, два, три. Вот, 3 не до конца. Раз, два, три. Вот теперь все провязали. 5 воздушек. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Сюда же. То есть из одной точки мы провязываем, получается, сколько? 9 столбиков с 3 накидами. С общим основанием и с общей вершинкой. И между ними 5 воздушных петель. Раз, два, три. Провязали все вместе. 5 воздушек. 2, 3, 4, 5. Сейчас ниточку отмотаю. Раз, два, три. Сюда же. Раз. Так. Не попало. Раз, два, три, 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 и все петли провязываем вместе. Раз, два, три, 4, 5. Так, 5 воздушек набрали после нашего лотоса. Смотрите, как я здесь считаю, чтобы не промахнуться. Ищу наш вот этот столбик. Вот он. Над ним уже провязаны столбики без накида предыдущего ряда. И от него считаю назад. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в эту петлю. Я здесь неправильно нарисовала. Цепляюсь столбиком без накида. Раз, два, три, четыре. Вот она, 5 петля. Столбик без накида. И идем столбики без накида провязывать дальше. Два, три, четыре, пять. И идем до конца ряда. Провязываем столбики без накида. 2, 3, 4. Схема это всего лишь навсего. Ну, как сказать? Пособие, да?
Вот что у нас уже получается. Когда отпарится, все вот здесь вот уляжется, вот эти наши петли, и все будет красиво. Итак, мы находимся сейчас вот здесь. И теперь возвращаемся. Теперь будем обвязывать вот эти вот наши арочки и вязать следующий ряд. Повернули вязание, сделали петлю подъема, этот столбик пропускаем. Следующий вяжем столбики без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Один столбик не довязываем. Вот этот. А под этот вяжем наши арочки. 3 столбика без накида. 2. 3 там воздушки у нас было. 2 столбика без накида. Столбик без накида в макушечку нашего вот этого лотоса. И все повторяется. 2. Раз, два. 3. Можно здесь 2 воздушки сделать, но никак не одну. Это, на мой взгляд. Раз, два, два. Можно 3 провязать, а потом воздушки. Раз, два. В макушечку столбик, и осталось обвязать еще одну арочку. 2, раз, два, три, раз, два, три. Теперь вот этот столбик пропускаем, в следующий вяжем столбики без накида до конца ряда. Честно говоря, девочки, вот в таких вот рисунках, ну, по аналогии можно рассуждать. Я даже не все столбики считаю. Но это опять же я. Так, вот что у нас уже получается. Разгладиться будет красивенько. Теперь давайте посмотрим на образец, поскольку я там дальше схему не дорисовала. Она повторяется. Вот мы связали. Мы сейчас находимся вот здесь. Сейчас у нас будет идти вот этот ряд, вот с этими галочками. У нас здесь была одна эта галочка. Сейчас они у нас две будут идти по бокам. То есть в шахматном порядке располагаются вот эти наши лотосы. Как мы это будем делать? Развернула вязание. 1, 2, 3 петли подъема, и 3 петли это пойдут уже на наш ряд следующий, то есть 6 петель подъема. 1, 2 пропускаем, 1, 2 в третью петлю вяжем столбик с двумя накидами не до конца. 1, 2 теперь отсюда вот эту пропускаем, то есть нам нужно провязать вот сюда столбик с двумя накидами, между ними вот наши 3 петли, и все вместе провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик с двумя накидами, ищем наш вот этот лотос и вот сюда провязываем столбик с двумя накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 накида. Вот этот лотос в макушечку, можно сказать. Столбик с двумя накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Так, как же мне сделать, чтобы вам не сливалось? Два накида и последний вот сюда провязали. Так, что у нас там дальше? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот она сейчас, эта галочка наша. Раз, два. Так. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Вот сюда провязываем. Раз, два, три. И столбик с двумя накидами в наш последний столбик. То есть это как наша кромочная. Да что ж такое, не хочет ниточка идти. Провязали. Вот что у нас получилось. Ну и все, девочки, дальше как бы вязание повторяется. Я вам показала этот ряд, когда получается у нас две галочки, один лотос мы уже провязали. То есть это, собственно говоря, сейчас у нас будет идти первый ряд. То есть обвязываем столбиками без накида и вяжем, как мы вязали первый ряд. Вот он, этот ряд. Думаю, что это понятно. Вот такая вот схема и такой вот узор. Сейчас вот я отпарю вот то, что мы связали, и вы посмотрите, как это ровненько лежит. Вот смотрите, я сейчас решила обвязать вот этот наш образец по периметру, чтобы показать вам, что будет все хорошо в жакетике, все краешки, края наши будут ровненькие. Вот, кстати, можно и, если ниточка не толстая, вот этот мой лишний край из воздушек тоже обвязать его, даже ничего не распуская, просто спрятать в обвязку. Просто считайте, я как бы здесь все на глаз делаю. Вы, конечно же, ну, просчитайте, сколько у вас там в каждую арочку получается петель. Хотя это все приблизительно. Так, вот дальше пошли столбики. Идем столбиками. То есть там, где арочки, обвязываем под арочку. Там, где столбики, идем просто столбиками. Без накида по тем же столбикам. Но это я обвязала столбиками без накида. Можно обвязать столбиками с накидом. Можно обвязать полустолбиками. Но, на мой взгляд, здесь столбики без накида более уместны. У нас же не один ряд обвязки будет. Там же в жакетике пуговички куда-то пришиваются. То есть по этому ряду обвязки я бы еще сделала столбики без накида. Потому что жакетик ажурный, и чтобы держал форму, пуговички пришить, чтобы все у нас было красиво. Ну вот посмотрите, что у меня получилось. Это я просто показала, когда будет готовый жакетик, после обвязки полочек получается, на мой взгляд, достаточно ровное полотно. Причем это только один ряд обвязки.
Если мы сделаем несколько рядов, полотно будет еще ровнее. Смотрите, какая прелесть получается. Это вот не обвязанное полотно. Очень красивый жакетик. Летний, воздушный, ажурный. Ну, просто то, что нужно. Все, мои хорошие, на этом буду с вами сегодня, на сегодня прощаться. Если есть вопросы, задавайте. Отвечу с удовольствием. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.